Впервые доктор, формировавший спецгруппу ЦРУ, расскажет о международной битве экстрасенсов. Зачем Эдвин Мэй приехал в Россию? Американский проект «Звездные врата». К нам поступила информация, что Советский Союз использует экстрасенсов для того, чтобы шпионить за Америкой. Что стоит за этим? Они впервые снимают в Москве и снимают в открытую, на обычный фотоаппарат. И без всяких паролей спрашивают у случайного прохожего, как пройти к важному стратегическому объекту. Это же ваш парламент, да? Да, это Дума, российский парламент. По очереди сфотографируются напротив Государственной Думы и, крепко держась за руки, пойдут дальше, к Красной площади. Пара шпионов. Она – Анжела Борт, бывший агент ЦРУ. Он – Эдвин Мэй, последний директор программы экстрасенсорной разведки правительства США. Мы возле Красной площади. Ты впервые в Москве. Что ты чувствуешь? Здесь так красиво, все такое большое. Я до сих пор не могу поверить, что я здесь. Еще несколько лет назад их знакомство с Москвой могло закончиться посещением Лубянки. Но учитывая особенность работы Форд и Мэй, их лучше и близко не подпускать к папкам с грифом «Секретно». Когда я начала работать в Министерстве обороны, но еще не как экстрасенс, а как простой аналитик, то имела дело с картами различных государств. Я стала замечать, что когда провожу ладонью над картами, то в определенных местах чувствую тепло. Я поняла, что это не случайно. В этих местах происходят важные события. Это она вычисляла координаты судна с химоружием Каддафи, спасала американских заложников в Ливане и мешала шпионам вывести секретные материалы из США в Сингапур. В личном деле Анжелы Форд ее должность значится скромно – госслужащая. Но именно она была одним из главных экстрасенсов на службе Центрального разведывательного управления. Территория, которой занимает университет, примерно 4000 гектар. Южная Калифорния, Стэнфорд – один из лучших американских университетов. Территория частная и считается важной частью Кремниевой долины. Фонтаны, парки, бейсбольные поляны и бесконечные кампусы – готовые декорации к комедии из жизни студентов. Но это доступная часть Стэнфорда. Здесь есть и секретные корпуса, в которых два десятка лет агенты ЦРУ вели совместную работу с учеными и экстрасенсами. Этот улыбчивый джентльмен с седой бородкой – доктор физики Эдвин Мэй. И именно он возглавлял в Стэнфорде программу «Звездные врата». Программа началась с того, что к нам поступила информация, что Советский Союз использует экстрасенсов для того, чтобы шпионить за Америкой. ЦРУ поставила перед учеными задачу выяснить, возможно ли это в принципе. Его сознание могло преодолевать расстояние. Находясь в Калифорнии, он мог быть в Москве. Эдвин Мэй прямо с московской сцены перед объективами телекамер рассказывает госсекреты. Теперь можно. Программа «Звездные врата», которой он руководил много лет, закрылась почти сразу после распада Советского Союза. Американец, уже не таясь, называет имена своих сотрудников, показывает их фотографии. Особая гордость экстрасенсорной разведки США – Джозеф МакМонигл. У себя на родине его больше знают как агента 001. В 76-м мир еще не знал, что подводные лодки могут быть таких размеров, высотой с 9-этажный дом. В доках Северодвинска, подальше от посторонних глаз, была заложена первая советская субмарина класса «Акула». Степень секретности колоссальная, но за год до спуска на воду появились эти рисунки. МакМонигл будто побывал внутри охраняемого дока. Эдвин Мэй вспоминает, что в его отчете Совету национальной безопасности, а получилось больше 100 страниц, было расписано все – параметры подводной лодки и количество пусковых установок. Теперь мы с вами коллеги и друзья. Наша важнейшая задача вместе с российской стороной сделать совместную программу для борьбы с террористическими угрозами, потому что экстрасенсорика – один из самых эффективных способов борьбы. Ветераны паранормальных войн Эдвин и Анжела, сидя на лавочке, еще немного полюбуются на Кремль и поспешат укрыться от холода в кафе. В их родной Калифорнии сейчас намного теплее. У меня есть подарок для вас. Профессия берет верх над женским любопытством. Все-таки агенты ЦРУ вряд ли бывают бывшими, тем более бывшими экстрасенсами. Анжела решает посмотреть на подарок, не открывая коробку. Опиши, пожалуйста, что там? Со стороны кажется, что экстрасенс расписывает шариковую ручку. Она действительно временами не пишет. Но Эдвин Мэй объясняет, так Анжела настраивается на работу. Вот лист перевернут, на чистой стороне начинают появляться замысловатые фигуры.
Я чувствую, что круглое основание. Эдвин Мэй задает ей наводящие вопросы. Прямые, например, что лежит в коробке, запрещены. Оно имеет две части, округлые части. Я не могу понять цвет. Анжела предельно сосредоточена. Она уже не в кафе. Вокруг нет людей. Есть только она, желтая коробка и высший разум, который посылает ей ответы на вопросы. По краям листа она выписывает ключевые слова. Символ. Эта вещь – символ чего-то. Заглянуть в коробку силой мысли оказалось проще, чем ее открыть. Запуталась ленточка. Это символ. Две части. Боже мой, это же деревянная кукла. Да, вот она, эта окружность. Эдвин уверен, результат был бы куда точнее, если бы сеансов было несколько. И добавляет, экстрасенсы, ведь тоже люди, бывает и ошибаются. Матрешка – это, конечно, не подводная лодка, но ясновидцы из ЦРУ подарку рады. Рассказывая об успехах в холодной паранормальной войне, они не любят вспоминать лишь об одном. Программу «Звездные врата» закрыли с официальной формулировкой из-за низкого процента положительного результата работ.